Всем привет! Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие по скалистому юго-восточному Крыму. Это видео примечательно тем, что было снято еще тогда, когда Крым был украинским. Вот сейчас вы видите с Галицинской тропы мыс Капчик. А здесь мы с катера смотрим на скалы, на бухту Нового Света. Вот снова мы видим с моря во всей красе мыс Капчик и знаменитый грот Шаляпина, или еще грот Галицина, как его называют. И сейчас мы находимся на живописном пляже Нового Света между двух гор. Волны сильные были очень, такие, что уносит в море. И извините за пикантную подробность, даже плавки снимает иногда. Вот мы видим мыс Меганом красивый. И опять прекрасные волны, вода пляжа Нового Света. Нужно сказать, что большие булыжники там на пляже, ходить не очень удобно, но зато красиво. Красиво, и не перестаешь удивляться на море и на горы и скалы, которые вокруг находятся. Было жарко очень, 36 градусов, тени фактически нет, укрыться нигде нет возможности. И вот снова с моря мы видим гору Сокол, направляемся к Судаку и наезжаем на грот Шаляпина. Он довольно большой, просторный, там может много разместиться людей. И вот снова мы видим с берега Судак, вернее Новый Свет, и направляемся к Судаку. А здесь мы сейчас уже видим Судакскую бухту с мыса Алчак-Кая. Очень красиво там, и вот видите, как по горной тропе идут туристы. И смотрим на Судак с наезда. Вот красивые очень горы, живописные вдалеке. Такая визитная карточка этого места. Гора Сокол и мыс Капчик вдалеке находятся. И вот наезжаем на знаменитую Генуэзскую крепость. Очень красиво, очень скалы романтичные, такие изрезанные на мысе Алчак-Кая, бассейн такой, вот можно спуститься на диком пляже, не глубоко, вода очень приятная, нет волн, как вы видите, вот этот дикий пляж, так вот по каким-то изрезанным камням можно спуститься, отдохнуть, очень-очень приятно, я рекомендую всем. И вот такая вот гора находится прямо над нами. А сейчас мы находимся в парке туристическо-оздоровительного комплекса Судак, Судаке. И вот видите, какие там птицы, лебеди, уточки чистят перышки. Птицы примечательно, никого не боятся, их там очень много, чувствуют себя очень свободно, и никто их не трогает. Ходят даже по парку птицы, павлины и какие-то крупные птицы, не знаю, вот они, самки, даже не знаю, кто знает, подскажите, напишите в комментариях. Очень крупные птицы ходят по парку, никого не боятся. Ну что ж, на этом все, друзья. С вами был Виталий Николаевский. До новых встреч. Всем пока.